Всем привет! Меня зовут Виктория, и сегодня мы поговорим на такую тему, как покупка страховки на автомобиль онлайн при въезде в Грузию. 1 января 2018 года при въезде в Грузию на автомобиле с иностранными номерами необходимо обязательно оформлять страховку. При этом, неважно, проезжаете вы Грузию транзитом, въезжаете вы туда на пару дней или всего лишь на пару часов. В любом случае необходимо будет купить страховку. Купить страховку можно как онлайн, так и офлайн. Минимальный срок покупки страховки составляет 15 дней. Офлайн ее можно приобрести непосредственно на самом контрольно-пропускном пункте Казбеки. В народе он больше известен как Верхний Ларс. Там ее можно купить за местную валюту лари, а также можно оплатить банковской карточкой. Но сегодня я хочу рассказать вам непосредственно, как купить онлайн страховку. Итак, начнем. Переходим на сайт tpl.ge. Это сайт, где мы можем купить непосредственно грузинскую страховку. В правом верхнем углу мы можем переключить язык для удобства пользования. Здесь мы можем выбрать тип транспортного средства, на которое мы хотим купить страховку. И, как я уже говорила, минимальный срок покупки страховки составляет 15 дней. Нажимаем «Купить». В этом окошке мы указываем дату, с какого начнет действовать наша страховка, естественно, когда мы будем въезжать в Грузию. К примеру, выберем 29 декабря. Система автоматически у нас рассчитывает 15 дней страховки, и здесь мы нажимаем «Далее». В этом окошке необходимо выбрать марку, модель, регистрационный номер и ВИН-код вашего автомобиля. Нажимаем и выбираем по списку марку вашего автомобиля. У меня Geely Coolray, его здесь нет, поэтому я нажимаю «Other». Модель точно так же выбираем по списку, в моем случае это будет Other. Здесь мы вписываем непосредственно номер уже нашего автомобиля. И здесь мы прописываем ВИН-код. Нажимаем «Далее». Здесь необходимо указать все сведения о страховщике, то есть о том, кто владеет автомобилем. В моем случае я являюсь физлицом, являюсь владельцем автомобиля, поэтому страховщик – это я. Здесь прописываем на латинице фамилию и имя. Дальше необходимо ввести идентификационный номер, то есть номер нашего паспорта. Номер телефона, я введу свой белорусский номер телефона. Выбираем гражданство. Прописываем электронную почту. И смотрим, если же мы являемся одновременно водителем и страховщиком и владельцем, то просто ставим галочки «Да». Дальше нажимаем «Далее». Здесь необходимо уже перепроверить все ваши данные, которые вы ввели. Если все верно, выбираем оплату. У меня можно выбрать только два способа: Банк Грузии и Liberty Bank. Здесь указана комиссия, которая будет взиматься. Нажимаем Банк Грузии, оплатить. И у нас вот перешло на окошко, где нужно ввести номер своей карты. Вводим срок и CVV. Как вы видите, у меня бьет ошибку, некорректный номер карты. Я ввела данные наугад, просто чтобы показать вам, как оплатить карточку. В вашем случае все будет верно. Вы нажмете «Оплатить», и у вас появится файлик PDF для скачивания. Вы его скачиваете, распечатываете и впоследствии уже показываете непосредственно на границе Грузии. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Сегодня мы поговорим на такую тему, как покупка онлайн-страховки на автомобиль при въезде. Это что такое? Я не могу сформулировать. Спасибо тебе, Сережа, за то, что ты снял меня. Сколько заплатишь? Сколько заплачу? У меня пока оператор бесплатно работает.